Сегодня стартовало рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Для будущего благоустройства представлены несколько десятков территорий в 16 югорских муниципалитетах. Жители округа сами выберут объекты, которые больше всего нуждаются в обновлении. Высказать свое мнение могут граждане старше 14 лет. Лидером по количеству предложенных локаций стал Ханты-Мансийск. Здесь можно выбрать среди 9 территорий. Кое-какие уже находятся в стадии благоустройства, просто готовы к следующим этапам. Предложенный лес Победы возле гостиницы «Олимпийская», территория у археопарка, Гоголевский сквер, набережная и другие. Вот смотрите, голосуем мы здесь сегодня и сейчас, а объект, любой объект построенный, будь то архитектурный или объект благоустройства, будет жить огромное количество лет. Очень важно, чтобы активно была молодежь, потому что через 10 лет, да, это будут объекты, где будут гулять их дети, собственно говоря. Поэтому они строят не сегодняшний день, да, в своем сознании, а строят вообще будущее и будущее округа. Вот это надо очень хорошо понимать. Голосование за территории для благоустройства проводится до конца мая на платформе za.городсреда.ру. Еще можно воспользоваться помощью волонтеров, чтобы отдать свой голос через их приложение. Добровольцы будут дежурить в муниципалитетах, в торговых центрах МФЦ. Ориентир – белые жилетки. Кстати, уже сейчас волонтерский штаб набран 460 человек, и все еще остаются возможности пополнить их ряды. Жителю для того, чтобы отдать свой голос за понравившуюся территорию или дизайн-проект, нужно будет подойти к волонтеру, сообщить об этом, что вы хотите проголосовать. Для этого нужно будет иметь с собой мобильный телефон в любом случае. После того, как выбор будет сделан, жителю поступит проверочный четырехзначный код, который тоже нужно будет сообщить волонтеру для подтверждения выбора.